Я хочу рассказать про вот это задержание, которое произошло 2 марта в Брестской области, когда Губотык задержал 7 человек, которых они считают участниками преступной группы, международной преступной группы «Революционное действие». Еще 4 человека по этому же обвинению сейчас находятся в СИЗО. Это дело не только против белорусских анархистов и организации «Революционное действие». Это дело против каждого белоруса. Потому что сегодня они задерживают известных им анархистов по этому делу. Многие из задержанных не имели отношения к революционному действию или давно уже не являются активистами анархического движения. Сегодня они задержали одних анархистов, завтра задержат других. И когда это дело революционного действия, дойдет до суда, появится новый прецедент, по которому каждый белорус может стать фигурантом нового дела о преступной организации. Сначала будет дело революционного действия, потом анархического Черного Креста, потом каких-нибудь других анархических организаций. Следом они могут сделать дело «Страны для жизни», 97%, и люди из этих чатов будут его фигурантами. Поэтому мы все должны уделить много внимания поддержке людей, которые сейчас находятся в тюрьме. Поэтому делаю по другим. Если вы хотите поддержать анархистов, пишите им письма, скидывайте деньги организациям помощи анархистам, таких как Анархический Черный Крест или организации, занимающиеся прямой помощью не только анархистам, но и другим политическим заключенным, диссидентам. Как я уже говорил, пишите письма, помогайте распространять эту информацию. И будьте солидарны, и готовьтесь к тому дню, когда все мы поедем домой вбивать последний гвоздь в крышку гроба диктатуры. Спасибо.